политики до роли искусственного интеллекта. В Слободе устроили дебаты для школьников. Ученики из Красного, Терновки, лицея и техникума учились с аргументами и фактами отстаивать свою точку зрения. Организатор – Центральная избирательная комиссия. В 19 веке, когда все режимы были довольно-таки авторитарными, то есть людьми народ не интересовался государством, о демократии не было никакой речи, впервые вышли на митинги против правящих партий именно студенты. Таким образом, именно дети заинтересованы в том, чтобы формировать государство, потому что детям жить в этом государстве, нам с вами жить в этом государстве. Дискутировали о высшем образовании. Я считаю, что эти вопросы актуальны и они важны, потому что и политическая сфера, и высшее образование – это очень важные сферы для жизни человека, и люди должны знать освещенность всех ситуаций и так далее. Поэтому это очень важно, что это поднимается, особенно у поколения, которое в дальнейшем планирует как бы идти как раз-таки на высшее образование и так далее. Дебаты проходили в два этапа. Выступление с аргументами, доводами. После – перекрестные вопросы. Время ограниченное. Не больше 5 минут на подготовку и выступление. Мы его организуем для того, чтобы воспитать в нашей молодежи качества, которые пригодятся им в жизни. Это возможность дискутировать, возможность понимать и осознавать различные политические процессы, которые происходят в нашей республике, в будущем быть избирателями на выборах и осознанно делать свой выбор в пользу тех или иных политических сил. Победу одержала команда политехнического техникума. Дебаты среди школьников пройдут во всех районах Приднестровья.